think the girls with their nails done now. Всем здорово, ребят. Ну что, я сегодня психанул и решил не делать эти тесты уже с мелкими героями, там по 1-2 героя. Решил сегодня пойти с фуловым составом в запределе на максимальной силе и потестировать, посмотреть, что с этого получится, потому что все наши тесты в 1-2 героя на моей силе оказались, ну, бесполезными, скажем так. На сардельке, если это еще канает, здесь же это не канает, и нифига толку никакого с этого нет. Так, собираем наш состав, собираем наших героев. Мэри, брать Мэри. Я не знаю, есть ли смысл. Барт, Лиз. Кого отсюда убрать? Да никого не будем убирать, идем таким составом. Че я парюсь? Че я должен париться, блин? Столько доната, я должен еще париться над подбором героя. Джиджи, вы че, офигели вообще уже? Так, без суперпатов залетаем. Сразу же Мэри, сразу же Зефир, сразу же Лиз. В общем, офигенный набор с первого этажа, с которого можно просто офигеть. Посмотрим сейчас, что у нас в итоге получится. У меня суперпэты не стоят. У меня у противника первого левела суперпэты. Это начало. Это пока что, ребята, только начало. У меня вроде эмблемки только выставлены на героях. Я для теста их ставил тогда, когда тестировали героев один против толпы. Так, смотрим, что там у нас в итоге получается. Ну, вроде кого-то дамажим. Можем нормально пробить. Так, я не понял, на что я не поставил. Не божество. Или у нас божество слили уже? Я вроде не поставил. Сейчас поставим божество сюда. Не можем добить одну бедненькую Фрею. Блин, потолок прокачанный герой. Нифига сделать не могут. Это просто издевательство. Я уже не знаю, что делать дальше. Так. Да, я не поставил. Сейчас уберем. Уберем, наверное, этого товарища. Поставим божество вот сюда. Так будет побыстрей. Смотрите, насколько. Сейчас только раз-два и все. Получилось. Все, готово. Так, ну поехали дальше. Ну, нормальная пачка. Такие пачки можно проходить. Надо, кстати, суперпатов поставить, потому что у меня такое чувство, сейчас мы начнем с вами просто тупо сливаться. Так, что у нас тут дальше уже? Ну, что-то так себе. Прилетел там дамаг нормальный. Берем пока все. Точности. Крит урон. Давайте немножко пэтов подставим. Так, тут у нас водушка. Уберем ее, поставим сразу же. Такой вариант. Плюс такой. Так, зефир у нас будет. Зефир у нас будет с ним. Вот такой вот вариант. Чисто. А готов. Что у нас там фрейка. Готово. Надо снарягу, кстати, на ней поменять. А я даже сделаю вот такой вот. Так. Я есть.
Так, лист готов. Так, раз, вас, рис, тирис, пять. Кто у нас там шестой? Может, даже завтыкал, кто шестой. Ладно, пофиг, этого должно нам хватить. Поехали. Не будем терять время. А, божество, блин, я думаю, кто еще у нас? Вроде 6 суперпэтов. А на божество еще нацепим. Шестого. Ну, сейчас попроще все началось, когда суперпитомцев повешали. Разница в разы чувствуется. Так, ставим дамаг. Давайте еще божество оденем. Отлично. 6 героев, все с суперпэтами. Теперь нам ничего не страшно. Тоже первые суперпэты. Первый этаж, типа, символически, что ли. Не, ну вот так вот бегать, я согласен. Когда ты заходишь и просто тупо дамажишь их. Нифига себе, божество ничего не может сделать. Семь пятьсот. Это там огненько, что ли? Так, отлично. Будем пробовать по максималке зафармить. Будем всех проходить. Стараться. Так, тут у нас огник с вальсом. Это не спасает его. Два ляма прилетает. О, бардик. Это тоже интересная тема, может быть. Люблю я бардов, как и все. Я показывал, как бардам надо проходить, надо спектр. И бард убивается без проблем. Вот начались сливы моих героев. Это мне уже нравится. Прикольненько. Минус 3 героя, блин. Еще и с топовыми уклонениями и дефом. Я фигею просто. Я просто фигею без баяна, честно скажу. Поехали. Поехали дальше развлекаться. У нас Фрейя хорошие сборки на атаку. Будем пробовать. Поехали на этого нападем. Сейчас должен ныкаться. О, 35-е левела уже пошли. Не дошли мы до конца этажа. И уже 35-е суперпэты пошли. Ну, это нормально, мы нормально тащим. У нас есть Мэри, которая еще пока что жива вроде. Пока что жива, да. Она должна сейчас нормально ударить. Отлично, ударила все-таки. Поехали дальше. Начало, да, там первые левела, половина этажа. А потом дальше просто какой-то трэш реально. 35-е левела. Без проблем затащили. Так, отлично. Поехали дальше. Не, манал я этого барда. Что на это нападу? Сейчас на оккультисте лучше зависаю. Так, отлично, без проблем. Попробовать все-таки на Фрейя поставить спектр для теста. Нормально, пока вроде держимся. Держались, по крайней мере. Так, что это у нас там Фрейя? Ну, другу я вижу есть, значит Мэри должна быть. Или это другой просто завис? А, другая у нас на барде, какая Мэри. Понятно все. В итоге мы с вами не успели дойти до первого этажа. Окончание уже. Состав наш один раз удачно слился.
И не один, наверное. Да, без варианта она отхиливается. Но тут вариант только восстанавливать. Но она отхилилась на фул. Попробуем землеройкой. Спасет нас это или нет, сейчас проверим. В принципе, должно. Только вопрос, что там отхил такой, что этот весь наш дамаг, даже молчанка это, я думаю, нас не спасет в итоге. Плюс там 2 ляма, если я не ошибаюсь, вижу. То есть это перекрывает весь наш дамаг. Соответственно, такой фрай может слить либо божество, либо Мэри. Больше никто. Хотя, в принципе, тыква, если будет у нас... Но опять же, возьмете тыкву, у вас какого-то героя с этих не будет. Под разгоном, возможно. Так, ну смотрим. Вроде пока нормально, не отхилилась еще. Посмотрим хотя бы, сколько мы ей нанесем дамага. Плюс 6 лямов. Нормально тогда, ребят. Отхил. Не, ну а что, 6 лямов, это нормально. Так, и что в итоге у нас получилось? Смешно, конечно. Это реально смешно. Так, делаем наш стандартный состав. Поехали. А теперь вариант, когда у тебя есть божество. Все становится намного проще. Так, один раз там, походу, она сживой, да. Вот опять началась история. Ожив. О, нифига себе пачка. Вот эта пачка нормальная. Такие пачки мне нравятся. Еще и живучие такие, нифига. О, нифига себе, вот это я напал. Я чувствую, если мои их не ушатают, то от моих нифига не останется. Не, мои красавчики. Кто-то с моих умер или нет, интересно. Да, и тут ты понимаешь, что 1-2 героя это реально печаль. Так, кто это у нас там такой живучий остался? Барт, что ли? А, блин, это мне показалось. И показалось, что это, что на нем стоит спектр. И мы их блокирует. Жестко, кстати. Посмотрите, с бардом справиться не можем. Кстати, мы не взяли сюда Фрэнка. Возможно, я сейчас даже пожалею. Или все-таки... Нет, там нету ничего. Интересная тема сейчас будет. Сейчас будем мучиться с бардом. Нормально так напал. И напали на неубиваемого барда.
Для этого нам надо, в принципе, всего-то ничего. У меня спектра, наверное, нету. Я прямо свободного. Мне свободного нету. Сейчас, значит, мы попробуем сделать интересную тему. Если получится хотя бы четвертый вытащить по Берику. Так, попробуем хотя бы с четвертым. Ради интереса на Фрейе. Потому что я уже Франка туда не добавлю. Что я провтыкал. Вот и ради этого я, в принципе, Франка и вкачал. Чтобы он выносил, вырубал. Сейчас мы попробуем спектр на этом, на Фрейе. У меня там хранитель леса, в принципе, он и не туда, и не сюда. Сейчас попробуем с ним зарешать что-то, если получится. Как обычно, когда надо, нифига не падает. Давайте уже. Реально, некоторые чары с таким... О, нифига себе! Офигеть! Вот это я, знаете, хотел сказать. Это так говняно все. И тут в итоге только хопа. Так, а что у нас там по героям есть на эту локацию? Оккультист. Божество. Блин, мне Фрейя нужна будет для архидемона. Знаете, на кого поставлю? Поставлю сейчас на Зефира. Поставлю на Зефира, потому что он у меня будет еще и на дефе. Я такой вариант сделаю. А вы поставьте лайк за слитый пенек. Так, убираем, пробуем один на один. Хватит ли одному или нет? Не, не хватает. Хоть он и блокирует, как видите. Подождите, кого это он там блокирует? А, блокировка даже на питомца идет. Этого, видите, не хватает. Надо больше дамага. Ну, то есть, соответственно, он что, с истинной верой, что ли, блять? Что не могу понять. А, в таком варианте лучше ставить всех героев и надеяться на то, что этот будет бить именно по моему герою. Надо было все-таки, наверное, ставить Фрейю. Фрейе дамаг в разы выше. Она, если заблочит, она пробьет. Ну, мне Фрейя нужна для арки еще. Для тестов, поэтому, как видите, печалька. Такс, поехали. Сейчас я гляну, где там тут бард стоит. Так, он стоит по центру, значит, у нас будет первым Зефир. Так вот стоять. Видите, правда. Так, и все-таки он у нас агрится на божество первым. Это печально. Знаете почему? Потому что спектр наш работать в данном случае никак не будет. Хотя он наполовинку просел. Возможно, будет активироваться смотром, как вариант. Но я думаю, вряд ли. Seguimos
Да, для успешной блокировки надо видеть. В первой линии совсем другие герои. Пробуем еще разок. Ну, то есть надо ставить... Сейчас попробуем поменять божество с этим, но я думаю, вряд ли. Он все равно заагрится, наверное, на божество, так как она быстрее бежит. Она делает шаг вперед, а Зефир, походу, стоит вместе. Попробуем. Сейчас попробуем вообще сделать по-другому. Уберем ее, поставим вперед дальника. Поражая, например. Видите, сейчас агрится на Мэри. Ой, на Фрейю, точнее. Ну что я могу сказать за таких бардов? Это, конечно, кайф. IGG умеет удивлять. Так, пробуем еще разок. Если что, потом буду пробовать. Но его в любом случае можно пройти, так как у нас все-таки 6 героев, он один, и плюс наролит Спектр еще один. Поставить на Фрейю. Вариант. Либо вариант просто убрать. Вот так вот попробовать. 5 героев. Вот, отлично. Сейчас он заагрился у нас на Зефира. Посмотрим, будет ли проходить блокировка. Вот, пожалуйста. То, о чем я говорил, видите? Если немножко помучиться, что-нибудь получится. Так, есть. Все пачки. Не хочу я через Мэри нападать. Мне уже этого хватило. Вот, смотрите, как блокировочка отлично срабатывает. Надо побольше спектров поставить. Реально спектр тема кайфовая. Вот еще раз Зефира заблокировали. Надо побольше, правда, героев. Так, что у нас, кого-то слили? Да, блокировка вообще тема кайфовая. Смотрите на этого, на Огника. Он даже не отхиливается, он блокируется. А, нет, все-таки отхилился. Так, что у нас, божество слетело? Судя по всему, скорее всего, на отражалках улетело. Сейчас посмотрим, потому что не вижу дамага. Фига себе, мои проседают. Жестко. В общем, ребятушки, не буду затягивать видос. Сделаю, наверное, еще один. Пишите комменты, ставьте лайки. Переделаю немножко героев. И сделаем еще повторный заходик. Всем удачи, всем пока.